Всем привет, кто меня смотрит и кому это интересно. Очередные орхидеи для Ирины. Вчера я их, нет, позавчера получила. Это Стангопея тигрина. Я вам сейчас ее здесь покажу. Она уже на веранде висит. Вот такая лошадка. Хорошее растение. Будем надеяться, да не надеяться, а уверены, что скоро она у нее тоже зацветет, но сначала покапризничает, потрепает нервы, как предыдущая ее. И сейчас покажу другую растяжку. Хизис. Вот такое. Пока маленькое, вспоминаю свои. Вот. Но он уже с новым ростом. С хорошим началом. Погрызанный улитками, но это часто бывает. А так здоровое растение, хорошее. Это такой хизис, вот как сейчас мой покажу. Вспоминаю своего маленького. Так, вот он. Это ему всунула для красоты. Вот уже бутоны. Правда, мой нечистый. Мой это вот тоже такой. Тоже будут раскармливать до таких морковок потом. А вот покажу вам ее цикнохесика. Ага, тут плохо сейчас видно. Сейчас я уберу на другое место. Вот такой красавчик растет. Я сделала отметочки 5 дней назад. Он так стремительно тянется вверх, умничка. Выравнивается, был пожеванный. Теперь вот листочки уже видно. Хорошие новые идут. Ну и вот рядышком красавцы, которые цветут. Снесла я все-таки ему корону. Ой. И еще один у нее зацвел. Тоже пахучий, какой-то такой, мне как такой брутальный мужской одеколон напоминает, с какими-то специями такой вот, красивенький. Корешки тут у них идут новенькие, вон как отрастают, у этого тоже там появилось, новое растет. А это ее коклея, пеструшка, которую я ей покупала. Посмотрите, как она старается к маме ехать. Корни со всех сторон пускает. Вот уже в прошлом видео этот корешок к проволоку дотягивался. Теперь он уже через нее перелез. И корешки опускаются уже хорошо в горшочек. Вот. Где-то я еще видела. И вот. Вот такая умничка. А это ангрекум. Посмотрите, какой корень. Там еще они пытаются лезть. Вот на видео это на камеру не видно. Там со всех сторон вот никак не пробьются. Попробую сейчас еще вылететь. Не получается. Так, а это ее Дракула. Видите, новые росты и корешки. Вот такая девочка хорошая. Тоже старается. Вот такие новости у нее. Так, немножко общим планом. Ну и... Что, этот тоже красивый. С такой короной. Ну все, пока-пока. Познакомила с новыми орхидеями для Ирины. Кто не в курсе этой всей истории, как она закупает орхидеи, я на следующей неделе, в субботу, как раз через неделю уже буду у нее, отвезу. Я оставлю ссылку под ее видео, ссылку под моим видео на ее видео, можете посмотреть предыдущие орхидеи и как это все начиналось. Пока-пока, с наступающей всех Пасхой!